Ко Дню Победы Люберецкий округ засиял яркими красками. Памятные места, улицы, проезжие части подготовили к празднованию 9 мая. Люберцы готовятся к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Генеральную уборку провели на всех 43 мемориальных комплексах, расположенных в округе. По 17 адресам обелиски и памятники ремонтируют, полируют, красят и приводят в нормативное состояние. Главному празднику страны мы должны подготовить все наши объекты, чтобы встретить этот праздник достойно. Будет замена гранита на новый, потому что некоторые уже в негодность пришел. Очистка от пыли, очистка от грязи, очистка от солей, которые ежегодно образуются на граните. И покраска металлических конструкций. Не только чисто, но и красиво. С начала мая Люберецкий округ преображается благодаря праздничному оформлению. Флаги, граффити, тематические баннеры и многочисленные консоли с символикой Дня Победы. Несмотря на сложившуюся ситуацию в текущем году, весь городской округ будет в любом случае украшен. Будет установлено 461 флаг. На всех въездных группах будет установлено 8 флаговых конструкций. 81 модуль с символикой 9 мая и звезды также будут установлены на всей территории городского округа. На въезде в гарнизон будут установлены 6-метровые флаговые конструкции с символикой 75 лет Победы. Ко Дню Победы украсит и дома люберчан. На зданиях появятся георгиевские ленты и триколоры. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ,